Да, брат. Хорошо, брат. Хорошо, друг. Что вы сделали? Мы выйдем где-то через час. Хорошо, брат, не волнуйся. Как договаривались. Друг, нашел. Мы напомним ей то, что она уже пережила. Как это? Мы опять заставим почувствовать эти прекрасные моменты, которые она уже почувствовала. Поможем вспомнить ей, понял? Хорошо, хорошо, увидимся. Доброе утро. О, дорогой, какой красивый стол. Уикю, это все твое. Смотри, твоя яичница. Нет, я не буду кушать, не хочу. Ну, кажется, я тоже не хочу завтракать. Что с вами с утра пораньше такое? Мы постоянно дома, мне надоело. Что тогда будем делать? Ну, что будем делать? Например, пикник. Пикник? Да, пикник. Ты любишь? Люблю, но мы с тетей никогда не ходили на пикник. Я ходила только раз на школьной прогулке. Тогда сделаем что-то новое. И пойдем на пикник. Правда? Да, мы идем на пикник. Но погода непригодна для пикника. Очень холодно. Да, дорогой, Уикю права, погода очень холодная, нельзя. Верно, что будем делать тогда? Погода холодная. Нашел. Возьмем мою палатку и установим ее. Выберем место, установим палатку, когда будем на пикнике. Да, отличная идея, пикник с палаткой, что скажешь? Палатка? Да, ты не заходила в палатку? Нет, не заходила, мы с тетей никогда не заходили. Внутрь палатки? Это очень красиво. Заходить в палатку здорово, оставаться в ней тоже. Да. Хорошо. Мы идем на пикник, строим палатку, пошли. Отличная Тогда идея. Я пойду и соберу вещи, хорошо? Давай, хорошо. Ты помоги мне убрать со стола, Уики, давай. Хорошо. Ну же, на пикник. Я очень счастлива. Думаю, все пройдет отлично. Сестра Джанзан. По-моему, тоже. Алло? Джанзан, я пришел, я в парке. Ты уходи, если хочешь, хорошо? О, Господи. А, хорошо, хорошо. Я иду к вам. Хорошо, увидел вас. Увидимся, да. Джанзан, что случилось? Моему пациенту стало плохо, мне нужно пойти к нему. Ты не можешь пойти с нами, сестра Джанта? Я не смогу пойти сейчас, милая, но если закончу пораньше, то сразу приду, хорошо? Вы поезжайте на моей машине. А ты что будешь делать? А мой пациент живет очень близко, там его дом, я быстренько пойду и вернусь. Хорошо, тогда мы пойдем на пикник. А сестра Джандан придет позже, хорошо? Хорошо. Пойдем. Увидимся, сестра Джандан. Увидимся. Хорошего веселья. Проходи, проходи. Проходите. Откроем и посадим вас назад. Давай, малявка, помоги мне. Меня зовут не Малявка, пойми уже. Тебя зовут Малявка, а где ты? Я здесь. Хорошо. Где построим? Построим здесь. Можно. Смотри, какой красивый цвет. Да. Да? Да, красивый. Не тряси его, малявка, выйди из него. Выходи. Стой, хорошо. Не мешай мне, я вытащила их. Как тебе? Понравилось? Неплохо.
И что будем делать? Приготовим еду. Но сестра Джан там положила. Нет, мы не будем ее готовить. Знаешь, что будем готовить? А что будем готовить? Макароны. Макароны. Хорошо, раздави их, хорошенько раздави. Ну, поели бы где-нибудь в гамбургерах, чем возиться с этим. Нет, так нельзя. Тогда поедим еду, сестра Джантан. Нет, это мы есть не будем. Почему? Ой, Кью, скажу кое-что. Посмотри, получается, как тебе? Дай посмотрю. Ну, что это такое? Минутку. Они стали тестом, они должны быть немного твердыми, твердыми. Какими должны быть? Твердыми. Должны быть твердыми, да? Да, да, должны быть твердыми, смотри. Но они стали тестом. Ну, это макароны, они должны быть немного твердыми. Хорошо, стой, я сделаю. Да хорошо, я сделаю. Вытащи, я сама сделаю. Погоди. Ну, отпусти. Нет. Я сделаю. Я могу отойти. Ну, я сама посмотрю. Ну, пожалуйста, ну, отпусти. Отпусти. Понравилось то, что ты сделала? Из-за тебя мы остались голодными. Не остались голодными. Пойдем и поедим здесь гамбургеров. А скажи, говорила я тебе или нет? Дождь начнется. Капля упала. Дождь. Беги, давай сюда. Беги, беги, быстро, быстро. Быстро иди сюда. Да какой дождь, какой иди дождь? Иди сюда. Ты иди, дождь я приду. Начинается. Давай, заберем хотя бы это. Идем. Я голодная останусь. Идем. Заходи быстро, дождь начинается. Да нет же, ничего, заходи, нет никакого давай. Дождя, дождь ясная погода. Беги. Заходи, заходи. Я голодная, голодная, голодная. Я голодная. Ну тут не круто. Почему? Мы же в палатке. Это приятно. Вообще нет. Не для меня. Ну же, Угур, ну же. Ты это мне сказал? Нет, я говорю сам с собой. Вот дождь и начался, смотри. Стой, не выходи. Снаружи холодно, промокнешь. Ну сюда зальет водой. Чем зальет? Моя палатка водонепроницаемая. Ты уверен? Да, уверен. А это что? Это вода изнутри. Она не проходит наружу. Очень смешно. Ну ты же говорил, что она водонепроницаемая. Ты видишь? Не проходит. Вода изнутри не проходит наружу. Очень смешно. Окей, стой, стой. Вы сумасшедшие или кто вы, а? Вы что делаете? Угур, что ты делаешь? Я поливал лужайку. Что вы делаете в палатке? Ты с ума меня сведешь. Пройди назад, стоишь прямо у входа. В смысле стою здесь? Что я сказал? Сказал, что полью, почему ты не держишь точь внутри? Ну не смог удержать, почему ты поливаешь дверь? Пройди назад, не показывайся. Друг, как я еще полью? Что такое? Что это? Шланг, я буду держать и поливать. Да ладно, что ты поливаешь? Я полил как дождь, чтобы было правдоподобно. Все было отлично, она вспоминала. Она из-за меня не вспомнила. Что случилось? Привет. Привет. Как ты, Уикю? Хорошо, спасибо. Я твой отец. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.